нормально? Прошла нормально. Идем дальше. Что мы там делаем? Вот. Дальше мы покупаем мой профиль, да? А, вот здесь вот, по-моему. Ну, так. Стать партнером, да? Вот, стать партнером. Вот сюда имя пользователя, логин. Теперь на почту пришел логин, да? Ничего не пришло. Почта, а, мы здесь почте, придумываем. Нет. Ничего не придумываем. Мы берем старый логин. Кусок, который до собачки из почты. И вот уже является у нас публичным. Так, а какой? Какой? Доносите. То есть, ребята, мы берем свой логин, который перед этим. Перед собакой. Перед собакой. Перед собакой. Доносите галочка и стать партнером. И все. Вот, отлично. Стали партнером. Теперь нам нужно зайти в наш бэк-офис. Да. В бэк-офис мы входим. Вот он, бэк-офис появился. Бэк-офис. Вот после того, как мы сделали логин, придумали, да, появился бэк-офис. Это идет активация. Вот мы внутри бэк-офиса. И здесь мы сейчас активируем свой код. Вот он. Вот он ее логин. Вот он ее логин. Который мы вводили изначально еще. Да. Не изначально, а вот сейчас мы его вводили. До собаки. Да. И теперь мы покупаем на паузу.